Притча называется «Пятикопеечный работник». Один работник пришел к барину и говорит: «Барин, почему ты всегда платишь мне 5 копеек, а Ивану 5 рублей?» Барин так посмотрел в окно и говорит: «Ой, что-то там везут, наверное, сено, ну-ка иди посмотри». Работник пошел, возвращается, говорит: «Да, барин, сено. А не знаешь, не семеновских ли лугов?» Барин говорит, работник говорит: «Не знаю». «Ну так иди узнай». Возвращается, говорит: «Да, семеновских лугов. А не знаешь, первого или второго укоса?» «Не знаю, барин». «Ну так иди узнай». Возвращается, говорит: «Да, барин, первого укоса. А не знаешь, почем?» «Не знаю, барин». «Ну так иди узнай». Возвращается, говорит: «Да, по 5 рублей. А не знаешь, отдадут дешевле?» «Не знаю, барин». «Ну так иди узнай». Возвращается, говорит: «Да». А в этот момент входит Иван и говорит: «Барин, там сено везли с семеновских лугов первого укоса. Просили по 5, я сторговался по 3. Стоят во дворе разгружать». Посмотрел барин на работника и говорит: «Ну теперь ты понял, почему тебе платят 5 копеек, а Ивану 5 рублей?»